Январская ЕНТ стартовала сегодня. Зимний этап тестирования продлится до 10 февраля. Всего почти 125 тысяч человек подали заявки на участие в тестировании на официальном сайте. К слову, в ЕНТ этого года участвуют условно зачисленные в ВУЗ студенты, выпускники школ для поступления на платное обучение, а также желающие перевестись в другие направления подготовки. Формат нацтестирования не изменился. Участникам дается всего 120 вопросов и 4 часа. Для абитуриентов на компьютерах доступны калькулятор, таблица Менделеева и растворимости солей.